я предвидел 5 лет тому назад. То есть сокращает производители лук выращивать, потому что сильно завышенные требования наших торговых сетей к качеству. Мы луком занимались, мы научились его выращивать. Для этого специалисты работали в современных технологиях. Лук вырастал хороший, но 3 года назад мы отказались от лука выращивать. Потому что мы с теми требованиями, которые я говорил, завышенными, мы не могли заехать в сети. Длинный хвостик, не засохший хвостик, вот который вот... Такие мелочи, да. Такие мелочи, да. На которые покупатель-то внимания даже не обратил бы. Да нет, конечно. Поэтому вот из-за этих мелочей вот товаропроизводители заканчивают заниматься продуктом. Это не только у нас здесь, в Сибири. Мы хорошо общаемся в рамках Картофельного союза вот с коллегами. Волгоградские коллеги тоже заканчивают заниматься с луком, потому что не могут заехать с требованием, которое есть.